Что должно быть на новогоднем столе? Как угодить желтой свинке и провести год в достатке, смотрите в нашем видео. А пока вы смотрите, подпишитесь на наш канал и нажмите на звоночек. Women Beauty Club. Советы по сервировке стола. Красиво сервированный стол – лучший способ создать в доме праздничную атмосферу. В 2019 году он может быть однотонным или разноцветным. Идеально, если удастся подобрать такую же посуду. На такой стол игривая свинья непременно обратит внимание и захочет остаться с вами. Однако не стоит забывать, что это капризное животное, обладающее тонким вкусом. Поэтому, украшая стол, главное – не переборщить. Если вы не приверженец красочного декора, то можно остановиться на одном цвете. Каким он должен быть, несложно догадаться, ведь свинья 2019 года – желтая. Чтобы сервировка не была скучной, используйте несколько оттенков желтого. На праздничном столе в новогоднюю ночь обязательно должно найтись место горшку с цветком. Земля – это стихия хозяйки 2019 года. Он непременно принесет в ваш дом удачу. Девочки, какое ваше коронное блюдо на новогоднем столе? Что должно быть на праздничном столе? Нетрудно догадаться, что одно из самых любимых блюд свиньи – это фрукты. Они на новогоднем столе 2019 должны присутствовать обязательно. Идеальный вариант – не просто сложить их в вазу, а оформить в виде какой-нибудь необычной скульптуры. Например, тропической пальмы. На столе обязательно должны быть овощные салаты. А можно и вовсе устроить вегетарианскую вечеринку. Больше всего ей по вкусу морковка и зеленый перец. Кроме того, хозяйка 2019 года ничего не имеет против баклажанов, кабачков и овощного рагу. Если уж без мяса никак не обойтись, то лучше его тушить. Жареные стейки отпугнут хозяйку 2019 года. На столе обязательно должны быть необычные бутерброды, канапе, фаршированные яйца. Главное, чтобы они выглядели оригинально и необычно. Еще один обязательный пункт новогоднего стола 2019 года – сыр. Чем больше сортов, тем лучше. Можно сделать красивую нарезку или просто добавить его в салаты. Любителям сладкого стоит обратить внимание на легкие десерты, сухофрукты, ореховые пироги и фруктовую выпечку. Торты с кремом лучше оставить для другого праздника. Чтобы привлечь удачу, помимо традиционного шампанского на столе должна быть бутылка виски и дорогой коньяк. Right.